Второй этап республиканского конкурса «IT-чемпион» для Чистопольского района завершился вполне результативно. Первая гимназия города победила в номинации «Самая активная школа района», за что и полагается интерактивное оборудование. Наглядно видно, что участие в конкурсе приносит свои плоды, поэтому участников с каждым этапом становится все больше. Все классы как бы соревновались. В каждом классе выявлялись самые активные родители. И тем более, когда уже увидели, что дети получают айпады и ездят на торжественные мероприятия, они уже поверили в это. Уже второй год реализуется конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений Республики Татарстан под названием «IT-чемпион», суть которого заключается в том, чтобы школьники помогли взрослым в использовании электронных возможностей на портале государственных и муниципальных услуг республики, за что им начисляются баллы. И чем активнее пользователь, тем больше баллов, а значит и велика вероятность победы. Также подведены итоги и среди активных детей. Три ребенка нашего района. Это ребенок из гимназии номер один. Я, с вашего разрешения, прочитаю. Пушканова Светлана стала победителем IT-чемпиона в нашем районе. Валиулин Альберт, это пятая школа. И Бармин Данил, лицей номер один, стали призерами данного конкурса. Им ноутбуки. С помощью учителей электронные услуги в Татарстане становятся все более популярными. И это неудивительно, ведь во всех школах республики есть учащиеся, которые не только зарегистрировались, но и являются активными пользователями портала государственных и муниципальных услуг Татарстана. До окончания первого этапа мы платили за газ, свет, электричество, телефоны у бабушек, дедушек. Светлана приобщила всех своих родственников к оплате государственных услуг через муниципальный портал. В итоге она набрала около 3000 баллов, которые и принесли ей победу. И это не первое ее достижение в республиканском конкурсе «IT-чемпион». В этом году, в конце августа, я выиграла в первом этапе, заняла 3-е место, получила приз от главы администрации. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, который облегчает нам положение, предоставляя массу возможностей. Одна из них – это оплата государственных услуг на муниципальном портале лишь одним кликом мышки, не выходя из дома и не выжидая огромные очереди.